Вакцинация против COVID-19 набирает темпы. 23 миллиона россиян уже сделали прививку против вируса. В Подмосковье число вакцинированных превысило 1,5 миллиона человек. В поликлиниках и стационарных пунктах нашего округа сейчас, как и во всей Московской области, большое количество желающих пройти процедуру. Работают мобильные бригады врачей. Так, в минувшие выходные группа медицинских специалистов поликлиники номер 2 сделала прививки сотрудникам строительной компании «Инвестстрой» и ресторана «Веранда-13». 57 работников получили первый компонент «Спутника Ви». Вакцинация ведется в плановом режиме также на предприятиях «Мытищинская теплосеть», «Мособлэнерго» и других организациях. Напомню, согласно постановлению главного санитарного врача Московской области, до 15 августа необходимо привить против ковида не менее 60% работающего населения всего Подмосковья.